Tesla Cybertruck 2025 года выпуска – это революционный автомобиль, который раздвигает границы дизайна и производительности пикапов. Внешний вид Cybertruck безошибочно узнаваем благодаря его угловатому геометрическому дизайну и экзоскелету из нержавеющей стали. Эта сверхтвердая холоднокатанная нержавеющая сталь марки 30H является одновременно прочной и устойчивой к чрезмерной плотности. Необработанная металлическая отделка грузовика в сочетании с резкой полосой свинцового света спереди придают ему футуристический, почти научно-фантастический вид. В автомобиле также есть пуленепробиваемое стекло и откидывающаяся крышка для дополнительной безопасности и удобства эксплуатации. Cybertruck 2025 года выпуска выпускается в нескольких конфигурациях. Базовая одномоторная заднеприводная модель обеспечивает скорость от 0 до 60 миль в час, примерно за 6,5 секунды, в то время как двухмоторная полностью версия с полным приводом увеличивает это время до 4,5 секунд. Полноприводная модель с тремя двигателями высшего класса является самой быстрой, разгоняясь с 0 до 60 миль в час, менее чем за 2,9 секунды. Грузоподъемность буксировщика варьируется от 7,5 до 14 фунтов, в зависимости от модели. Грузовик также оснащен адаптивной системой пневмоподвески. Интерьер Cybertruck выполнен в минималистском стиле и вмещает до 6 пассажиров. На приборной панели преобладает 17-дюймовый сенсорный экран, который управляет практически всеми функциями автомобиля. Внутренние материалы отличаются прочностью и включают веганскую кожу и другие композитные материалы, которые повышают комфорт и практичность. В салоне имеется множество отделений для хранения вещей, а панорамная стеклянная крыша обеспечивает широкий обзор, создавая ощущение простора. Цена на Cybertruck начинается примерно с $50 за базовую модель, а двухмоторная версия оценивается в середине $60 с нулевым пробегом. А трехмоторный вариант начинается примерно с $80 с нулевым пробегом. Эти цены делают Cybertruck конкурентоспособным вариантом на рынке электромобилей, особенно учитывая его расширенные возможности и производительность. В целом, Tesla Cybertruck 2025 года выпуска изменит правила игры на рынке пикапов, предложив уникальное сочетание футуристического дизайна, мощной производительности и передовых технологий. Его оригинальный внешний вид и расширенные функции, несомненно, привлекут внимание, а его производительность и безопасность делают его практичным выбором для тех, кто ищет инновационный электромобиль. Будь то для работы или развлечений, Cybertruck призван оказать долгосрочное влияние на автомобильную промышленность.